Здравствуйте и добро пожаловать в видеоинструкцию по сборке деревянного конструктора от компании Тарк. В этом видео речь пойдет о модели, выполненной по мотивам компьютерной игры State of Decay и копирующей известную винтовку Remington 750. Сборку начнем с того, что внимательно посмотрим на коробку и ее содержимое. Конструкторы фирмы Тарк изготовлены из экологически чистого дерева и упакованы в коробку из плотного картона, запечатанную в целлофан. Это исключает потерю деталей при транспортировке. На обратной стороне коробки показана принципиальная схема модели после сборки, из которой хорошо видно устройство механизма оружия. Откроем коробку и изучим ее содержимое. Открывайте коробку аккуратно, не торопясь. Открыв коробку, внутри вы увидите инструкцию и под ней детали набора. Обязательно внимательно изучите инструкцию и прочтите ее до сборки. Обращаю ваше внимание на то, что последовательность сборки при желании может быть изменена, но только опытным моделистом. Старайтесь придерживаться шагов, которые описаны в инструкции. Отдельно отмечу то, что для упрощения сборки окраску деталей по прилагаемой схеме необходимо выполнить до окончательной сборки всех деталей конструктора. Извлекаем из коробки детали набора, инструменты, клей и лак. Обратите внимание, что мелкие детали набора, необходимые при сборке винты, хранятся отдельно в металлической баночке. Все деревянные элементы набора вырезаны с использованием современной техники, станков с ЧПУ и более сложного оборудования. Таким образом, на деталях практически отсутствуют заусенцы и прочие дефекты. Однако брать в руки детали все равно стоит осторожно и обязательно шлифовать их при помощи идущей в комплекте наждачки, чтобы впоследствии избежать заусенцев, особенно во время игры. Начнем сборку конструктора. Детали в наборе достаточно крупные, поэтому вы можете при сборке извлечь их из коробки сразу все. Однако, если на вашем рабочем столе мало места, лучше держать детали внутри коробки до завершения сборки конструктора. Некоторые детали набора, такие как спусковой крючок, спусковая скоба, затвор и некоторые другие элементы, необходимо будет склеить при помощи идущего в комплекте клея ПВА. При желании вы можете использовать свой клей, однако преимущество клея, идущего в наборе, в том, что он достаточно быстро высыхает. Это упрощает сборку. Достаточно будет прижать некоторые детали на 10-15 минут, подержать их в таком положении, и клей уже схватится. Старайтесь наносить клей равномерным слоем. Также не бойтесь того, что при надавливании немного клея может вытечь. Это не страшно. Излишки клея можно убрать при помощи бумажного платочка, салфетки или при помощи тряпочки, которая не оставляет ворса. Многие детали крепятся и устанавливаются при помощи специальных деревянных штифтов. Если использование такого штифта необходимо при сборке деталей, при приклеивании обязательно убедитесь в том, что этот штифт входит в соответствующее отверстие без каких-либо проблем. Обращаю ваше внимание на то, что некоторые детали необходимо будет фиксировать. Для этого можно использовать модельные зажимы, струбцины или, например, банковские зажимы.
При использовании банковских зажимов будьте осторожны. Обязательно прокладывайте что-то между ними и моделью. В противном случае они могут оставить на деревянных поверхностях вмятины. Спусковая скоба уже собрана. Соберем детали затвора. Обратите внимание на то, в каком порядке они собираются и клеются. Ручка и элемент крепления механизма затвора устанавливаются сразу при сборке основной детали. Дополнительные детали не должны выступать за основные поверхности затвора, в противном случае они будут цепляться внутри ружья и мешать нормальной работе затвора. Как я уже отмечал ранее, окрашивать детали набора мы будем до сборки. Окраска будет производиться при помощи прилагаемого к набору водорастворимого лака. Некоторые детали нужно будет окрасить лаком лишь частично. Для того, чтобы аккуратно окрасить эти участки, пользуйтесь только тонкой кистью. Работайте достаточно быстро, но при этом аккуратно. Помните, что излишняя спешка может повредить результату. Наносите лак сначала возле границ окрашиваемых участков, а затем в центре. Окрашивание деталей необходимо выполнять, придерживаясь следующей техники. Во-первых, необходимо красить так, чтобы кисточка не отрывалась от поверхности. Это позволит избежать наслоения лака и появления ненужных градиентов. Во-вторых, необходимо избегать потеков краски. Внимательно следите за окрашиваемой поверхностью со всех сторон и растушевывайте все образовавшиеся потеки. Если их оставить, в этих местах дерево потемнеет сильнее, и это будет смотреться некрасиво. В-третьих, работайте достаточно быстро, но аккуратно. Если вы будете красить медленно, то в некоторых местах лак может уже высохнуть, и повторное нанесение лака сделает эту часть темнее. Старайтесь также наносить лак слой за слоем. Если вам покажется, что деталь получилась недостаточно темной, повторное нанесение лака нужно осуществлять только через некоторое время. Необходимо дать ему высохнуть. В среднем на это уходит от 20 до 30 минут. После завершения окраски всех деталей модели переходим к окончательной сборке. Основные детали данной модели не обязательно клеить. Модель собирается при помощи идущих в комплекте специальных винтов. На первом шаге собирается одна сторона модели. В конце собираем механизм оружия. Для того, чтобы механизм действовал, его необходимо соединить при помощи резиночек. Идущие в комплекте резиночки достаточно прочные, однако в случае их повреждения вы можете легко их заменить. В качестве альтернативы вы можете использовать банковские резиночки, которые продаются в любом канцелярском магазине. Однако они длинные, и при использовании их нужно будет сложить восьмеркой. Для того, чтобы уменьшить риск истирания резиночек, необходимо сошлифовать все острые углы, которых они могут касаться, причем не только изнутри, но и снаружи. Для этих целей среди инструментов в наборе есть напильник. После сборки механизма ружья устанавливаем на место все оставшиеся детали и завинчиваем их при помощи идущей в комплекте отвертки. Затягивая винты, будьте осторожны. Не забывайте, что набор сделан из дерева. Если закрутить винты слишком туго, оно может треснуть. При желании вы можете дополнить готовую модель ремнем из хлопка, который идет в комплекте.
Устанавливать его очень легко, следуя описанию инструкции. После установки всех мелких деталей и окончательного высыхания клея вы получите собранный конструктор. Надеемся, что сборка у вас получилась и доставила вам удовольствие. Следите за анонсами новых конструкторов, подписывайтесь на канал. Всего доброго!